Вот вообще тату, татуировки, пирсинги, мисчиха. Ага. Что этих волков бьете на плечах? Чигров каких-то. Чигров, шверчи. Ну, если честно, уже не остроумно. Драконов или женщины. Ну, сколько можно на ваши смотреть бабочек? Цветочки. Возле попы, ну, извиняюсь. И это такие. Они любят цветы, а вы их на попе колите. Ну. Я, конечно, понимаю, у многих женщин, они вот эти места, как... Иногда чаня. Не, ну многие чаня как пчелу на нектар. Ну да. Тебе особенно. А тебя не чаня, да? На юг съездили без разбору. Неважно какая, как перчик упругой или волнистая. А он по горам или... лазил. Чем там занимался? Непонятно. Я собирал мумиё. Ага. А ты это себя выдавливал? Не, я собирал там мумиё. Я недавно узнал только, что это мумиё делается из иного. Ага. Что там оставляют птицы. Да. Ласточки, так он и собирал, да. Ласточки и другие хищники. Я говорю, у нас на чердаке или в курятнике этого мумия... О! Куратники, оно не то, надо на птиц, которые рядом с мором ходят, потому что с мора у них идет этот, йод. Там процесс, да, там йода много, а у нас гипофиз слабый, ну, в нашей местности, нам в районной газете прислали, сказали, надо морскую капусту есть почаще. Ходить почаще и есть. Да, где ее взять только? Не в лесу, а надо в чаще. В чаще может ее морскую капусту есть. Так вот, я хочу сказать, татуировка должна быть полезной для других. Вот если вы, у вас компания втроем, один пускай сделает себе на спине шахматную доску татуировку. Ну вот на пляже другой, удобно. Да, другой для нарт эту сделать. Один, можно кроссворд какой-нибудь сделать. Ну кроссворд задолбая быстро. Что, быстро? Надо такую игру, как кубики кидать, знаешь, по фишкам ходить так. А, да, в этой было. Ну на поле можно набить. У меня было этот, как его, про мальчишак и большиша и плохиша. Кидаешь. Ну, там 4 года фишки, назад. Да, 4 года назад. Так вот, игру можно себе наколоть интересную какую-нибудь. Потом сделать на руке линейку можно. Вот, да, вот так еще. Вот. Но только с годами покорожится, лучше с точными приборами не это. Почему? А то можно в просак попасть и потом. А, ты имеешь в виду скукожиться? Ну да, все ж люди кукожатся под старость. Не, есть наоборот растягивается. Ну так все равно, она, видишь, деформируется. Ну, видел эту, как ее поет? Долина. Нет, еще веселее поет. Как ее? Понаровская. Вот видишь, ее растягивает. И Гурченко что-то тянуть стало. Не, Гурченко, она это, как его, она как канат сжимается. Как Павел Корчагин. Закаляет себе все. Хотя там никакого ему ничего. Потому что я хочу сказать, конечно, это очень приятно, что женщины выглядят. А то есть женщины вон выглядят. Ну, а они как выглядят с форточки? Не, вот самый удобный себе стиль избрали вон иные Зыкина, там, Толкунова. Да, 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 Кадышева. Когда выглядеть не надо, это считается образом. Она не образ, она... Пышная русская краса такая. Да, и таким лебедушкой сверху плывет, себе, да, чехол. Чехол одела от пианино. От пианино, да, на его блесток каких-нибудь, на голову эту. Кокошник, ну, да. Веер какой-то там, да. Со стеклянными игрушками побитыми, да. Новогодними, да. Блесток на себе, еще, вот это... Поплыло, русская, да. Краса, да. Ну, ребята, надо... Как подушка. Конечно, я не говорю, что надо на эту Кейт Мосс равняться. Видали ее там такую? Это, конечно... Зато она жвавенькая, а это ты что, это завалится куда-нибудь? А ты быстреньких любишь? Подслизнется. Почему? Я тоже люблю женщину с новачами. Села и сидела. А то еще он носится ей, знаешь, особенно эти. Соревнования мы смотрели. Был по миру чемпионат, у них гимнастика называется. Ну, не гимнастика, а это... Атлетика. Легкая называется. Да, легкая, хорошая. Там такая легкая, 42 километра у них бегут, это называется легкая атлетика. Прибегают, ребята, одни кости. Ну да. Выползают, его медаль вешают, он валится. Ну так не, они такие, как пауки уже бегают там. Так у них они истощаются, потому что 42 километра. Нет, да, конечно, это ж сколько пота с тебя вылезет. Мы на лесопеде один раз поехали, 10 километров. Ага. И что, знаешь, как потом... Потом сидеть больно было. Ага, ну, нам сказали, что это массаж хороший, вот. Да. И мы поэтому содла себе сделали такие твердые, из дерева. Самолично, с дубочка. Самолично.
Не сама лично, в городе у этого, который обувь чинит, забрали и сделали еще два себе. Бочиночки эти. Такой был, я вам хочу сказать, не тебе, а вам массаж, потом были синяки в этом месте. И понимаешь, и в санитары не сходишь. Неудобно, чтобы там смазывать. Да ладно, нормально. Но я стесняюсь еще. Ай. Все-таки я же человек стеснительный, хоть и на телевидении работаю, и не готовый, что полностью... Не, ну уколы делают, не стесняйся. А то кто ехатится, они как бы их даже в кино показывают. Даже вон было, помнишь про этого, про Леонова, было, как он тигров. Вот. А, точно, там было, да. И у Шурики было. Про лосатые рельсы, вот. Так и он там сидел, и у него пена была, а потом он пошел, его показывают. И народный, да. Народный артист. А есть народный артист, а есть инородный артист. Да, это такое. И он раньше народным был, а потом сейчас задолбал. Да, и они сейчас по югам в основном караоке поют. Ну, такой, как у наперсточники люди зажимают, зажив. Ой, я одну слышал, инородную артистку. Песню пела «За базар ответишь». Все слова «Ты ответишь за базар ответишь, ты ответишь за базар ответишь». Это шансон. А чего? Есть рэп, есть хип-хоп, а есть шансон. Там вот если уже спел что-то, если не по делу спел, то тебе могут и потом и найти. Так она, видишь, она не то, что по делу, не по делу, она как-то вот, ну... Вихляла? Ну, ничего не... Не, в шансоне надо по существу, ребята. Если уже в шансоне начнут вихлять, да. То тогда, ребята, никакого... Кстати, про тот урок я уже закончу. Вот в военной среде... Не знаю, как раньше, как сейчас, но раньше надо было загонять этой руки отвечать. А сейчас бьют, абы что. И кто будет за это отвечать? Ну, за это тоже бьют, когда бьют абы что. Это не бьют, могут даже тебе напикать.